Доска фирмы Ликота, состоящая из двух блоков. Блок управления с микрофоном, кнопкой фотофиксации, видеофиксации, кабелем подключения к компьютеру, ноутбуку, нетбуку. Зонт этого эндоскопа представляет из себя сам зонт непосредственно диаметром 6 мм. Пылевлагозащищенный. По классу IP65. Две подсветки. Одна боковая из них. И управление функциями. Боковая подсветка. Поворот изображения на экране монитора. И кнопка инфракрасной подсветки. В комплект его входит оптимальная линза с углом 110 градусов, зеркальная. Крепится она путем наворачивания по резьбе. В комплекте имеется диск с программным обеспечением и драйверами. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Данную комплектацию считаю оптимальной. Имеет набор всех необходимых функций, которые в дальнейшем мы вам продемонстрируем. Сейчас мы приведем в рабочее положение эндоскоп Ликота. Берем блок управления и подсоединяем штекером зонд. Берем кабель USB, подсоединяем компьютер. Загорается индикатор, то что он запитан. Снимаем защитный колпачок. С обратной стороны к колесику включаем подсветку. Эндоскоп готов к работе. Включаем на компьютере приложение и смотрим работу эндоскопа. Он полностью готов к применению. Осмотрим эндоскопом Ликота камеру сгорания. Вначале без угловой зеркальной насадки. Сразу видим оптимальное фокусное расстояние, видно все издалека. Дистанция фокусировки также радует. Также этот эндоскоп оснащен инфракрасной подсветкой. Когда в цилиндре очень масляно, использование светодиодов приводит к бликам. ИК-подсветка позволяет при минимальной подсветке произвести осмотр. Сейчас постараюсь ее продемонстрировать. Ставлю основную подсветку на минимум и включаю инфракрасную. Как вы видите, изображение становится ярче, картинка не засвечивается. Однако изображение получается с рывками. Лучше в таких случаях стараться зафиксировать зонд в необходимом положении. Воспользуемся угловой зеркальной насадкой. Сейчас вы можете наблюдать, что на поверхность зеркала попала грязь. В этом случае производитель предусмотрел специальную функцию, воспользуемся ей. Как вы видите, изображение стало чистым и без грязи. Это единственный эндоскоп на российском рынке с такой функцией. Эта функция сильно облегчает процесс осмотра. Снова включу инфракрасную подсветку для демонстрации ее вместе с линзой. Изображение хорошего качества, можно различить мельчайшие детали. Хорошо видно состояние клапанов. Повреждения цилиндра.
тратя время на чистку зеркала, поместим зонд в другой цилиндр с меньшими повреждениями. Здесь мы видим клапана. Также хорошо видна прокладка головки блока. Хорошо видны повреждения цилиндров. Хорошо просматривается хоновая сетка. В данной модели предусмотрена функция поворота изображения. Сейчас мы ей воспользуемся. Очень удобно, если вам требуется повернуть изображение для удобства восприятия.